Всем привет, друзья! С вами доктор Зак, и мы продолжаем проходить The Silent Age. Это эпизод или глава 3. Так, тут закрыто. Тут я нашел вот эту отвертку. Так, опа. Это берется? Какая-то бита. Может, можно парадный вход открыть с помощью нее? Нет. Окей. А здесь? Это дубинка, а не кувалда. Заебись. Так, что у нас тут? Заперто, а тут? Может, позвонить? А если сюда позвонить? Не, ничего не происходит. Окей. Так, может, тут что-то можно взять? О! Окей. Так, стой, еще раз. Что это? Опа. Может, что-то... А ну, стой. Может, тут что-то включается? Ключ. Ковер, может, когда-нибудь надо. А может, можно разбить окно? Может, это для него? Окей. Допустим. Ну, получается, тут больше пока что не надо ничего делать. Но я думаю, что мы туда еще вернемся. Допустим. А что, если попробовать отравить этот вот плющ? Угу. И что? И что мне это дало? Что мне это дало? Я так и не понял. Так, стоп. Опа. Допустим. Это от той двери, у которой ручки не было? Да, я прям капитан очевидность. Телек. О, можно посмотреть, чувак. Джо. А ну давай. А, он и так разбитый. Что это? Так, там ничего нет. А может, надо здесь разбить окно? Ну, мне хоть... Я не понимаю. Окей. Мы не в кино, стекло острое, у меня нет с собой дополнительного пакета с кровью. А так... Так, закрыто. Не, ну тут вроде бы ничего больше нет. А что если...
О. А, все что ли так быстро? Глава четвертая больница. Что тут? Так, стой, я там еще не все просмотрел. О, что это? Это можно взять? Нет, а вот это? Окей. Это можно? Бутылка. А это что такое? А почему этот маляр весь в крови и с ним разговаривает коп? А может надо вот так? Не, а может... Окей. А здесь? Да ёкарный бабай, зачем тогда это? Допустим, здесь. Так. Ой, ёкарный бабайки. А здесь? А это не берется? Опа. Ну, окей, чё и как? Что вот это? А это нельзя брать. Опа! Тут какой-то скелет. Ага. Не, стой, это надо. Да, сначала так. Может, надо поджечь? Пуста? Или что? Я просто ничего не понимаю. А это если... То вы что, издеваетесь? Допустим. Может, у тебя еще что-то есть? А контейнер с зажигалкой нельзя приоткрыть? Конечно же, нет. Окраска. Хм.
Ну, окей. Крюк мясника. Да ты задрал! Там, кстати, вон рука. Ё-моё! А тут? Что это? Да ты что, блин, карлик, что ли? Долбанутый. Я что-то вообще ничего не понимаю. А это... А это? Я что-то ничего не понимаю. Ну окей, допустим, я ничего не понимаю. Зачем ему эти вещи тогда, если он ничего не хочет с ними делать? Да ебать! Ты что, издеваешься? Да ладно! Может так? О! Вот это вот вышло наконец, ребят. Что это? Палка какая-то, махалка. Фух, ну это голова самая сложная. Голова или глава? Допустим, переключатель. Ух ты, ёкарный бабай. А что если попробовать? Где переключатель? Я не вижу его. Во. Опа, зашибись. Там чьи-то руки. А, так это ж мои руки просто... отсвечивают. Так что это? Еще пару недель в таких условиях буду спокойно проходить между этих прутьев. А что надо сделать? А что это? Это просто ничего. Может, надо теперь что-то сверху сделать?
Да, по-моему, ничего тут не изменилось сверху. Ну, окей. Я ничего не понимаю. Это не та комната, которая вон там. Не она. 57. Ну зачем мне палка? Может, палка сюда нужна? Сюда? Сюда. Да ладно. Что это? Медицинская пила. Может, с помощью нее можно открыть те прутья? Я попробую старые прутья открыть. Если так... Ура! Наконец! Что это? Это шприц. Ой, стой. Стопы. А может, надо как-то активировать это? Опа, опа. Наверное, зажигалка сможет. Ты что, издеваешься? Может, как-то надо эту фигню, зажигалку... Не знаю, что зажигалкой надо сделать. Как сделать так, чтобы зажигалка заработала? Она же по-любому нужна, если мне ее дали. А может, надо скипидар набрать? Да ладно. Ну, если скипидар этот ваш такой опасный, то
по идее, он должен что-то сделать с теми прутьями. Я не знаю, может, они просто развалятся, я не знаю. Да. И чё? Может, там что-то появилось? Если как бы вот так сделать. Но там же по-любому что-то должно измениться. Опа! Так, стой. Если эти... Все, наконец-то. Пчелы разлетелись от пожара, значит... Опа, глава пятая, труп. Зашибись. Ёкарный бабай. Колесо. Что это? Аккумулятор. А вот это вот что такое? Так оно закрытое. А эти плоскогубцы не берутся? Окей. Опа. Типа, получается, потом... Если дверь открыта, то и у меня есть аккумулятор, то по-любому мы должны уехать на машине. Что это? По идее, крестовым ключом я должен, по-моему, закрутить. Ну, по идее, он для колес. Да, я правильно помню. Так. Здесь заперто. А, нет, открыто. Может, в ящиках что-то есть. А так вообще... Нифига себе. Ёкарный бабай. Это же этот чувак. Это ж чувак, который вот это из первой главы. Это ж этот чувак, который дал мне вот эту вот фигню. А это он в будущем уже скелетоном станет. Какие-то фигни. Может, сюда надо это? О, хорош. И сразу ключ заметно стало. Ну, конечно. Ёб твою мать. Так, стопэ. Чувак застынет тут на вечность? А можно? Ключ. Так, может, этот ключ для этих? Сорян. Да. Нужен номер. Окей. Зашибись. Так, значит, мне нужна машина, говорит, да? Я так понимаю, что вот эта машина, да? А, ключ еще, ёкарный бабай.
Окей, ключ так ключ. А где я еще не был? Где я еще не был? Там? Вниз можно? А это что? Такс. Ключ. Ну, допустим. Здесь ключ я... Стоп, а там были ящики. Может, к нему можно как-то подойти? Нет, нельзя. Окей. Это, конечно, не особо окей. Да уж. А может тут? Ребят, что же делать? Где ключ найти-то? Может, прямо в гараже где-то? Может, вот здесь? Ключ от машины. Чуть не знаю. Так, стой, еще раз, может. Да там ничего нет, понятно. Чуть немного непонятно. Так, стой, там была какая-то фигня. Вот это что? Что это? Не, оно не, оно не открывается. Оно не поднимается, оно ничего не делается. Окей. Я ничего не понимаю. Что это? Ой, странно как-то. Очень странно и непонятно. Еще раз, давай в двери офиса би. Если туда он не может идти. Yes.
Я что-то не знаю. Я вообще вот просто не понимаю, где он может быть. Ват? Он какой-то странный чувак. А нельзя было сразу, кроме того ключа, и этот взять? На дороге все кажется вполне нормальным. Та же луна, тоже ночное небо. Полчаса за рулем довольно легко забыть о том мертвом будущем. Но как выжил Ламберт? И если он из будущего, то как он не умер вместе со всеми остальными? Ну, едет, едет, едет. Ну, чё так сразу говорить? Ну, давай едь дальше. Достаточно ли у меня бензина? Боже, надеюсь, хватит. Газанул. Продолжение следует. Зашибись. Ой, ёкарёк. Я ничего не покупал, по-моему, здесь. У меня таких денег нет. Я не знаю, я попробую в интернете найти, получается, вот этот вот второй акт, эпизод. Если там будет бесплатный, то тогда будем продолжать играть, ребят. А если нет, то тогда можно сказать, что игра пройдена, но только тот момент, который можно было пройти бесплатно. Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем всего хорошего. Пока-пока.